Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение прохождения Мафии 2. Но, друзья, у меня сразу есть плохие новости. Несмотря на то, что вы набрали 31 тысячу лайков за то, чтобы я продолжал проходить DLC про Джимми, я вам скажу, что продолжения Джимми's Vendetta не будет. По крайней мере, сейчас. Потому что я идиот и начал не то DLC проходить про Джимми, и нужно было начать проходить The Battle Royale. Блять, название охуенное. The Battle Royale of Jimmy. Поэтому, друзья, я решил поступить следующим образом. Прямо сейчас и мы начинаем проходить The Battle Royale of Jimmy. То есть это первая серия по проходничку. А потом, после завершения The Battle Royale of Jimmy, блять, охуенное название, мы возвращаемся к Jimmy's Vendetta. Ну, уже, естественно, проходим дальше, потому что я начал, и как бы будет вторая серия. То есть спустя долгое время. Ну, короче, вроде бы нормальный ход. Надеюсь, что я поступил правильно, поэтому The Battle Royale of Jimmy. Я просто, знаете, у меня не было никаких сомнений, потому что в прошлый раз мы начали проходить Jimmy's Vendetta и типа побег из тюрьмы. Я такой думаю, бля, ну, наверное, так история его и начинается, но, судя по всему, нет, поэтому... Хорошо, высокий уровень сложности. Итак, посмотрим, Battle Royale of Jimmy. То есть это, наверное, то, что было до тюрьмы. Дела шли хорошо. Интересная работа, хорошие деньги. Бля, мне так нравится его голос. Я работал, считай, как на складе. Бухгалтерия. Трудовые переговоры. Ну и... Уборка помещений. Кто-то ведь должен. Бля, поэтому суровый, да? Для всех остальных это был четверг. Так. А для меня это был капец. Да, такой себе, да, Джимми, блядь, нейтрон. Что, перебейте всех врагов, садитесь в машину. Вот, смотрите, вот согласитесь, если бы я начал проходить The Battle Royale и не знал, что оно должно быть первое, я бы такой, типа, бля, наверное, это уже продолжение чего-то. То есть как-то странно, все-таки та, если чисто так прикинуть, начинается более... Более... Блядь, ебучий четверг, а? Блядь, охуенно просто во время стрельбы обучение мне в... Чего? Слушаемся, запоминаем, друзья, фразочки, потому что они новые. Так, все, окей, перебейте всех. Это всех, да, то есть двое чуваков, все. Вот это говно надо убрать, как это же... Это же Walker Rocket! Блин, сука. Откуда ты взялся, блядь? Да бери ты пушку! Ебать! Адьос. Сука, что происходит, блядь, как всегда, а? Все? Подождите, да задал... Сука, спокойной ночи. Бля, охуенно просто, я обожаю игру Мафия, просто обожаю DLC, обожаю оригинальную, просто охуенно, блядь. Какую-то ебучую тачку. Что он сказал? Сейчас он опять будет себя хвалить, вы помните, да, эту фишку? Он, короче, хвалится, а я правильно еду? Может, навигатор как-то, блядь, будет работать, нет? Типа, все, нет? Нормально все, нет? Все, я тачку спизданул, а тут точно есть выезд? Мне кажется, там был более короткий. Я просто охуенный, как всегда. Мне Джимми нравится. Мне нравится его подача вот этого. Мне нравится его то, что он комментирует. Не пойми что, постоянно себя хвалит. Сейчас смотрите, вот я буду просто ехать, он будет себя хвалить. Вот смотрите, вот я вот молчу. Слушаем, когда он похвалит себя. Я так весь день могу. Сука. Причем, мне кажется, в любой ситуации это скажет. Я так весь день могу. Вот вообще, что бы ни происходило. Дрифт, блядь, погоня, я не знаю. Шустрая какая, блядь. У нас что, краш-тест или автобан на Аляску? Или как там говорил, блядь? Блядь, тормозов вообще нету этой тачки. Она еще ублюдски так выглядит, да? Посмотрите на ее жопу. Я так весь день могу. Сука, что-то шепчет там, блядь. Пиздец. Джимми, конечно, это кадр. Не, мне он не начал симпатизировать, в принципе, с самого начала. Джимми Хуёбкинс реально подрос. Бля, Бэт Рояль. Я точно надеюсь, да, как бы... Бля, нихуя они в два ряда едут. Можно подвинуться, спасибо? Или тут есть два ряда? Нет, тут один ряд. Нормально они там втискиваются до последнего. Так вот, я надеюсь, что точно Battle Royale, как бы, ну, первое по этому самому. Значит, мы, то есть, забудем то, что было, да, в Jimmy's Vendetta, когда и побег из тюрьмы, все дела. Значит, все, вникаем снова. Значит, как нас знакомят вообще с Джимми, то есть, изначально? Просто какой-то чувак, который, блядь, разбирается со всеми, постоянно кого-то там... Ну, в общем, мы видели эту маленькую катсцену, и после этого мы появляемся, что это какой-то четверг, нужно спиздить эту тачку и как бы разобраться с парой бандюками. С парой бандюками, ну не пара, а 6 штук их там было, ну да ладно. Так, и пригнать эту машину нужно куда-то. Какое задание? Сейчас сообщите вашему клиенту, что работа выполнена. А, ну окей. Блять. Мне Джимми кого-то напоминает, я не понимаю, какого-то героя из GTA. Вот я не могу понять, из какой. Кто-то, блять, где-то. Так, тихо. Я приехал. Надо выйти, да? Блять, все время путаю. Хуя мне времени дали на эту миссию. Все? О, нихуя себе. Это уже Хитман какой-то реально пошел.
Что за типок? Дошло до них. Яснее не бывает. Я так весь день могу. Хорошо. Только не исчезай, Джимми. У меня скоро будет еще работа. Ага. Бля, ебать он суровый, а? Все? Бля, странно очень, но реально, если это первое, окей, хорошо. Проверьте карту на предмет доступных заданий. По мере выполнения задания сюжет будет развиваться. Постарайтесь, ну это понятно. Какие-то звездочки. Так, время на размышление. А сколько бабок у меня? 1050. Ну, как бы так, куда нам ехать-то? Налево, да? Как бы весьма странно. То есть вот реально, прикиньте, если бы я как бы начал с бета... Я бы на 100% подумал, что это типа, наверное, продолжение истории Джимми. То есть я понял, что есть два DLC. Как бы логически вот так вот, если начинать, согласитесь, как бы... У той DLC есть логика. Типа, чувак какой-то в тюрьме, там, и он выбирается, начинает, продолжает свою эту... работу, так скажем. А здесь как бы уже какое-то продолжение сразу непонятно. Реально так знакомят нас с героем. Ну хорошо, да, хорошо. Детка, что ты умеешь? Аккуратно. Блядь. А прикиньте просто им всем вместе. Вита, Джимми и... Джо. Блядь, время на размух. Ты какая жопа, блядь. Нормально такая жопа. Так, пацаны, мне придется вот замазать жопу, потому что что-то она слишком прям жопистая. Джимми, это Тем. У нас тут неприятности с китайцами. Один урод по имени Энди Фу... Знаешь, что сделал? Избил вчера до полусмерти моего брата, Роберта, хотел сказать, Шона и его людей. Джимми, ты меня знаешь, я человек семейный, и я этому китайцу яйца оторву и задницу засуну, но сначала перебью его шестерок и спалю черту весь Чайнатаун. Слушай, езжай туда и разнеси несколько китайских заведений. Ладно, расстреляйте два китайских магазина. Охуенное задание, блядь. Энди, нормально то, что Энди Фу как бы здесь вообще замешан? Сообщите ему, пожалуйста, кто-нибудь, что он как... Можно машину не чинить, блядь, о, моя любимая. Кстати, да, тачки в гараже, а гараж где? Подождите, гараж-то у меня есть же? Гараж у меня... Дом. Ну-ка, пацаны! Оценим, может быть, а то я просто так, что ли, деньги на DLC потратил с тачками. Так, а потом мне нужно ехать в магазины. Ой, блядь, пиздец какой-то, пацаны. Да, Бэт-Рояль, блядь, от Джимми. Ух ты! Я так весь день могу. Чё там про пальчик, блин, в попу? Я вот забыл эту фразу. Бля, вот эта тачка ебашит реально. Мне кажется, я сейчас охренею от тачек DLC-шных, потому что там же какие-то хот-роды. О чем ничего не сказал. Да, и надо не забыть толкнуть копа 5 раз плечом. Я же так и не проверил. А, этот самый гараж? Да. Да. Хорошо. Джимми. Бля, я пока просто тут... Ох, нихуя себе, блядь. Шупер пикап хот-род. 180. Вау. Потамак Иллюзиум. 221 км в час, пацаны. Ну, я думаю, что тут все решено. Она еще и тюнится, что ли? Охуеть. Это что за Бэтмобиль? Еба. Так-то. Вот так-то. Да. Так, ну что, в автомастерскую заглянем или что? Ну, ладно, поехали пока на миссию, потом посмотрим. Я так понимаю, она... Сам себя удивляю. Я сам себя удивляю. Блять, охуеть. Он, понимаете, он, то есть он так, у него такой стиль жизни, я так понимаю. Он не может заниматься тем, чем он занимается, если он не будет сам себя хвалить. Потому что у него друзей, видимо, нет, никого нет. И как бы кроме самого себя его никто не похвалит. Ебать она ебашит, а? Подождю просто пиздец. На заднем приводе. Шустрая какая. Ну а ты как думал? Сделай си. Блять, ебать ее носит, сука. Аккуратно. Я так весь день. Сука, блядь. И все, моя любимая фраза, в любом случае, я так весь день могу, потому что он ее использует просто когда надо и когда не надо. Поэтому, друзья, надо какие-то моменты просто фиксировать, что бы ни происходило. Это, во! Это, ну, например, комментарии. Ставлю лайк, когда Булкин выпускает видосы. Я так весь день могу. Вот это вот нормальная тема, я вот это сам придумал. Нормально, да? Ну, такое, блядь. Бля, он что-то шепчет, он, понимаете, он, то есть, даже говорит не так громко, потому что он как бы сам себе прежде всего это говорит. Дождь, блядь, колпак отлетел. Я заглох, что ли? У меня что-то карабас заглючил. Что-то карабас, блядь, наебнуть. Бля, направо, что ли, надо было? Сука. Тормозов да, нет. Да я так весь день могу. Бля, надо ее тюнингануть. Ну это пиздец, какая-то машина ебическая просто, реально. Так, расстрелять два магазина просто нужно. Это все? Дела хуйня вообще. Дела хуйня. Так, ну и что? О, здрасте, блядь. Я припаркуюсь, пожалуйста. Вот так-то. Блять, ну вот как всегда. Здорово! Чего он сказал? Склеим? В яблочко. Сука, это гениально просто. Это просто гениально, блять. Можно я буду из дробовика расстрелять? Его прям расстрелять надо? О! Все?
А, в том же духе продолжать? Ой-ой-ой. А чё молча? Все? Опа, нахуй. Кажется, у кого-то магазин придется поремонтировать. А чё копы вообще молчат? Типа в бетра... То есть, чем дальше DLC, тем как бы этот... Меньше фразочек от копов или что, я не понимаю. Бля, перезаряди уже нормально этот дробовик, пожалуйста, братан. Тебя прошу, просто пере... Это... Свои? Нет? Да, свои, блядь. То есть... А, посетителям... А, блядь! У нас тут убийство, объект вооружен! Понял. Блядь, что происходит, нахуй? Сколько его громить-то еще можно? Да я крут. Блять, да кто же ебашит-то по мне? Сука, такси что ли? А, вон ты где, блядь. Это... Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Ясно. Вообще похуй, блядь. Я все уже расхуячил в этом магазине. Что еще-то нужно? Я ж правильно все сделал? Отпусти меня, пожалуйста! О, вот так-то разгромите тут все. А, вообще внутри типа надо? А-а-а. Разгромить все можешь. Да я и так хуярю тут все. У меня 4 звезды, блядь. Блядь. Коп идет. Продолжаем, то почти год. Блядь, пизда, меня сейчас окружат же. Да все уже тут пиздец. И так, блядь, я не знаю, что нужно, чтобы отремонтировать эту хуйню всю. Блядь, это пиздец. Зеркало там, не знаю, блядь, вот эту хуйню. Давай, я так понимаю, что нужно все. Я понимаю, что я могу взять Томпсон, но мне, по-моему, еще понадобится. Бля, мне пизда. Пусти, пожалуйста. Пожалуйста, не убивай. Да не убиваю, блядь. Че орешь-то? Я правильно все делаю, нет? Все закончилось. Блядь, я просто похож на идиота. Пришел лысый чувак, который просто, блядь, расхуярил весь магазин. Ему все мало и мало. Блять, это пиздец какой-то. Чё, я не знаю, чё тут чё хуйнуть-то можно? Ёбаный насос, а? Нет, хорошо, не подходи! Блять, я и так уже ближе некуда к тебе. Всё? Сколько можно-то ещё? Я расхуярил всё, нет? О, блять, наконец-то, сука! Или это не всё? Нет, два... Бля, ну я не знаю, что еще тут можно захуярить. Пацаны, ну это какой-то уже кошмар, блядь. Пощади, пощади. Если я второй также буду расхуяривать, то это полный пиздец, если честно. Все, ну молодец, типа надо съебывать или что? Блядь! Блядь! Блять! Джимми, ты ёбнулся? Что ты у нас творил, блять? А, бля! Восстанавливай ХП, сука! ХП быстро, блядь! Это пиздец! Быстрее валим отсюда, нахуй! Что это происходит? Да ломай ты, нахуй, эту дверь! Быстрее, блядь! Я же расхуярил магазин, надеюсь. Или нет? Епический магаз, это что за хрень? Не, в натуре, она горит еще. Я еще не до конца его расхуярил. Чего, блядь? Серьезно? Описание, рост футов 6. Блядь, это пиздец, я его провалил, короче, да, эту миссию. Так вот что ты весь день-то можешь проваливать миссии, блядь? Ты вообще в своем уме, нет? Блять, надо отозвать собак срочно. Джимми, ты умеешь это делать? Бля, мне пизда. Это полная хуйня. Не, я же разнес. Бля, Джимми, помолчи, пожалуйста. Вообще не в тему сейчас. Хорошо, что из Томпсона не хуярят. Я же все тут расхуярил. Ебать, тут магазин просто на сам на себя не похож. Он что, заново починился? Он починился! Блять, у меня патронов столько нет, чтобы разнести здесь все, блядь. Ну и чё? Нет, хуйня какая-то, я хочу перезапуск. Я хочу перезапуск, это хуйня. Это хуйня полная. Бэт-рояль, блядь, Джимми, Нейтрон.
Пацаны, я что-то немножко в шоке. Я, конечно, понимаю, что там, типа, патроны, все дела. Я пытался, наоборот, экономить. Я не знаю, ну давайте сейчас попробую с Томпсона расхерачить. Потому что у меня других вариантов нет. Потому что, ну, типа, с пистолета я разносил... Преследую гонщика! Вас понял. Вас понял. Наконец-то угадал, блядь. Я так весь день... Да что ты говоришь, блядь? Я уже где-то это слышу. Ну, специально мусорай... Блядь, ну это пиздец. Короче... Тихо-тихо-тихо. Паркуемся. Паркуемся здесь. Помогите, пожалуйста! Мусора! У нас тут убийство! Объект вооружен! Блять! Пиздец! Вот я не хотел этого! Я не хотел этого, пацаны! Я хотел... Блять, все, сейчас хедшоты пошли. Итак, как старые добрые. Адьос! Адьос! Понял, бля? Так, кто там еще, я не понял? Еще есть желающие? Нету? Точно, блядь? Вообще никого нет? В магазине есть? Это свои? Неплохо. Блядь, по-моему, я лишнего. Так, продолжайте в том... Смотрите, что беру. Беру, делаю вот так. Тут один козел пострелять решил. Понял. Нет, диспетчер, преследую нарушителя. Вас понял. Стой, где стоишь. Пожалуйста, офицер. Материальная помощь семье. Спасибо за взнос в мой пенсионный фонд. Блять, я обожаю эту игру, сука. И пошли, блять. И пошли. Что делать? Вот как решить этот вопрос? Почему сколько я должен сюда всандалить патронов, блять, чтобы... Блять, они то есть вот так вот все решаются. 200 баксов и громи все, что хочешь. Заебись вообще просто. Вот что тут, я не знаю, лампочки, может быть, еще пострелять надо. Тут один козел пострелять решил. Это дорого, короче, будет. Все? Козел пострелял. Пусти, пожалуйста. Ура, блять, походу нужно было больше внутри громить. Блядь! Ребят, на секундочку, маленькая заметочка. Это первая миссия в этом DLC, и я реально не могу, блядь, его пройти. Так, там копы. Они еще не вовремя где-то находятся постоянно. Все, я беру снова пистолет. Пистолет, нахуй. Да не, я дробовик возьму. Опа, нахуй. Опа, нахуй. Споткнулся, дядя, блядь. Так, захожу в магазинчик, нахуй. Выбиваю дверку. Здрасте, тетя. Тут один козел пострелять решил. Вас понял. Ясно. Просто ясно. Диспетчер, преследую нарушителя. Вас понял. А ну стой. Наверняка ваше время стоит дорого, офицер. Ладно, а теперь брысь, пока я не передумал. Надо было сразу их, надо гасить. Блядь, это охуенно просто. Это просто... Ай, блядь, я даже не знаю, как это, блядь, назвать даже. Ладно, сейчас зайдут, я им пизды раздам. Все-таки с дробовика... Не, просто мне жалко Томпсона, пиздец. Ладно, похуй. Тут один! Тут один, тут два, блядь. Я не знаю, что еще. Лампочки ебаные сокрушить. Давай, перезаряжай этот ебучий дробовик, пожалуйста, быстро. О, копы, блядь, они меня потеряли уже. Все, у меня гаснет, блядь, розыск. Блядь, я не знаю, витрина. Ну все уже расхуярил, ну что опять? Сколько можно-то, блядь, ну давай уже. Еще перезаряжай сразу полностью, ты можешь, блядь, да хоть один этот за... Нет, отпусти меня, пожалуйста! Бля, как дамага считается, интересно, этому магазину? Мне, блядь, интересно до сих пор, блядь, узнать это. Ну все уже расхуярил. Что? Все? Давайте еще постреляем сюда, на всякий случай. Я не знаю, ребят, это какой-то пиздец. Я вот реально, вот что тут еще можно сокрушить такого? Окей. Выходим. Блять, я опять... Сука, что они там, блять? Сука, как можно, блядь, если меня мусора ждут там, блядь! Все, последний раз пробую. Ебучий Джимми с Бэт Рояль, блядь.
Пацаны, я, короче, не знаю. Я просто решил сделать проще. На нахуй. Давай, дядя, вам что у тебя? Нужно оружие или только боеприпасы? Винтовку дай мне, во! Или хуйня. Не, нахуй. В смысле, а у меня денег нет, что ли, столько? Патрон для дробовика, полный боеприпас. Магнум. Магнум, кстати, говно или нормальная тема? Чем давайте еще я могу помочь? Кому нужна пушка без патронов? Блять, очень смешно, нахуй. Вообще, шуточка, блядь, зашла. Так, винтовочку возьмем? Возьмем, блядь. Понадобится, я думаю. Так, все, этот у меня полностью, да? Все, у тебя ничего больше нет? Ну-ка, подожди, я посмотрю. Так, винтовка. Что за магнум, интересно? Нормально ебашит? Что-то типа, мне кажется, это, кстати, тема будет хорошо работать. Так, ладно, все, ребят, я не знаю, я пробую последний раз. Иначе я приписываю этот день к тому, что это действительно... Да я так весь день могу проваливать миссии. Блядь, просто... На нахуй, лобовушечка, блядь. Подушечка-то не сработала, блядь, потому что это 55-й год, блядь. Или какой, я уже забыл. Неважно. Да я так весь день могу. Блядь, пиздец, сука. Джимми просто кадр реально тот еще. На мою голову свалился. Блять, ну вот я так и знал, что меня сейчас заблочит, сука, я... Он что-то чувака чуть не сбил. Блять. Ну что ты делаешь, а? Ну что ты делаешь? Давай, уже едь нормально, блять. Так, это какой магазин? Первый, второй? Надо этих, может, снести, которые там эти... Охранники, блять. Сука, я забыл реально, что они выбегают втроем потом. Меня, видите, волнует это копы, что они там ждут меня у входа, 3 звезды, сразу потом 4. И все, пиздец, они меня расстреливают и жопа, блять. Так, где они там у входа трутся? Здорово. Смотри по сторонам. Нормально? Вроде да. Так, что там по магнуму? Затестируем? Бля, ну тут, наверное, лучше не магнум. Ладно. Так. Продолжаем, почти все готово. Блять, стекла пиздец бронированы. Мне кажется, даже... Я даже не знаю, с чем сравнить их. Возьму дробовик, потому что хуй знает, что еще можно крушить, блять, в этом ебучем магазине, который, блять, бронирован, как мой член. Лампочки постреляем на всякий случай. Вот это разнесем хуям собачьим, блять, мусоров нет, слава богу. Так. Давай, давай. О-о-о, кто-то по мне ебашит, блять. Так, на нахуй, блять, я не знаю, на нахуй. Блять, похуй вообще этому магазину ебаному, я не знаю, почти все готово, но нихуя не готово. Уже все разъебал, ну уже осколки... Диспетчер, преследую нарушителя! Ясно. Нихуя не ясно, вообще нихуя не ясно, если честно, блять. Меня бесит этот магазин ебаный. Блять, это мирный. Что еще? Что я не разгромил, блядь? Давайте с магнума. Нихуя он ебашит. Ебать, я чувствую, это хорошая куколка, кстати. Просто лишние стекла. Блядь, кто по мне ебашит? А, это эти бандюги, ну-ка. Еще же не готово? А, это не бандюги. Бля, охуенная тема, кстати, магнум. Так, ладно, с пистолета добиваю. Не знаю, витрину. Я так и не понял, вот эта внешняя хуйня работает или нужно, главное, разнести... Я не понимаю, как дамага считается. Не понимаю, блядь. Каждое стеклышко это ебучее еще отдельно. Вот теперь я ненавижу физикс. Молодец. Пусти, да я тебя не трогаю, блядь. Ну все уже расхуярил. Ну что еще нужно-то, а? Ну что еще надо, блядь? Каждое ебучее говенное стеклышко, блядь. Да отойди нахуй отсюда, коп, блядь. Что еще? Вот где я забыл витрину или что? Почему каждый раз по-разному? Расхуярил уже все на свете. Я не понимаю, пацаны. Я не понимаю. Блядь, меня Джимми уже начинает бесить, блядь. Будьте крайне осторожны. Ну начинается, блядь. Разрешаю открывать огонь. Да, блядь, ну это пиздец, а. Ну это же пиздец. Не, ну это, это же пиздец какой-то, блядь. Просто, я в шоке, блядь. Сколько еще громить это говно можно? Все уже тут. Да хватит по мне. Ай, блядь, дай магнум. Кто ебашит? Кто ебашит по мне? Я не знаю, кто это, блядь. Высовывайся, нахуй.
Последний, блин. Так, еще раз. Смотрим. Винтовочка, может быть, да? На стеклышко, блядь. На стеклышко. Неужели, блядь? Я не знаю, как считается дамага, я так... Так, тихо. Блядь, хорошо, что я вспомнил, пацаны, я реально опять почти забыл. Блядь, это хуйня, нихуя, я нормально не стреляю, на самом деле. Сюда, блядь. Супер. Яблочко. Все? Их трое же было? А копа похую вообще, блядь. Мне надо съебывать отсюда, на самом деле. Шутки шутками, но... Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Почему я выбрал кабриолет? Блядь! Съебываем! Бля, вот это бэт-рояль, блядь. Вот это бэт-рояль, нахуй. Позвонить надо. Надо позвонить. Бля, мусора впереди. Надо звякнуть. Пизда, да? Не, он без пассажира. Надо звякнуть, надо звякнуть. Где телефон? Не, он не обозначен нихуя. Телефон нужен. Нужен телефон и мусоров, чтобы не было рядом. Пожалуйста, блядь, я не могу. Что за хуйня сложная, а? Что за невыполнимая тема? Я не могу больше так. Бля, я просто с ума схожу, реально. Фу, блядь. Тихо, 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 все нормально. Это не я, это не я, это вам показалось. Это не я, не я. Блядь. Блядь. Телефона нет рядом, пизда мне. Сейчас будет замесик маленький. Описание, рост футов 6, среднее сложение. Спокойно. Ебать, я Рэмбо, нахуй. Джимми, давай. Бля, Джимми, давай, нахуй. Джимми, давай. Я в магазин, мне похую. Похуй, звони. Иди сюда, нахуй. Блядь, таких замесов я еще не видел, парни. Реально, таких замесов мы еще не устраивали. Если этого дробовика буду вечность это делать. Поэтому я возьму. Что я возьму? О, пистолет появился обычный. Тратим свое время на разрушение ебучего магазина. Заебись. Молодец, спасибо. Только я потом хуй выйду из этого места, потому что, честно говоря, не особо представляю, как я это сделаю. Единственное, что меня, может быть, сейчас успокоит, если я узнаю, что его не так сильно надо громить. Но это вряд... Ребят, ну вот согласитесь, можно поддержать меня лайком, пожалуйста? Потому что то, что я испытываю сейчас, я, может быть, что-то делаю, конечно, неправильно, блядь. Но это вряд ли. Чемоданы ебаные прострелите. Может, мне мусора помогут разнести это говно, а? С чего я сейчас буду мусоров класть? Да, блядь, ну пиздец, а? Я после этого сделаю просто контрольную закупку у этих, как его? У чувака, который оружие продает. Я просто в ахуе, блядь. Сколько можно-то, блядь? Сколько можно? Если я это пройду сейчас эту миссию, я буду просто, не знаю, самым счастливым чуваком. Блядь, давай, последние патроны. Похуй уже, засандаливай их туда, давай. Сколько можно-то, а? Сколько можно крушить это говно ебучее? Мне тошнит теперь от магазинов этих, как его, одежды. Револьвер, блядь, остался. А, время истекает. Нет, отпусти меня, пожалуйста. Друзья, ну что ж, прикольная DLC-шка, очень классная. Мне кажется, я смогу ее пройти, потому что это было первое задание, и, как вы видите, успешно я его проебал. Я красавчик, блядь, просто. Джимми, ты просто... Я так весь день могу, пацаны. Короче, я так понял, знаете что? Я ничего не понял. Единственное, что у меня... так, подождите, о чем отличается? А, Гарри! Все, мы поедем к Гарри, а у Гарри же есть, по-моему, этот самый...
Гранаты у него есть? А, кстати, у меня еще есть плохой дворецкий миссия. Ну ладно, я что-то не увидел. Ну, она одна здесь пока. А, еще и угон Кульвер Эмпайр есть. Мы едем в следующей серии к Гарику. Берем граната. Гранат. Закидываем туда все на свете, вот это гранаты, и делаем это все быстро. Я забыл совершенно про время, и, блядь, о нем в последнюю очередь, честно говоря, думать хотелось. Ребят, ну чё? Я так понимаю, что хардкорный бэт-рояль не даст мне покоя, нас ждет много чего эпичного, много эпичных фраз, много эпичных моментов, поэтому, ребят, огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилась серия. Соответственно, мы проходим бэт-рояль, как я уже сказал, потом вернемся к Джимми с Вендетта. Мафия 2 это охуенно. Подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.